Всех приветствую на своем YouTube Яндекс.канале. За окном пятница, 8 вечера на часах. И сегодня мы с вами поговорим о самом большом минусе огромного урожая яблок. Это поломанные ветви, усыпанные зреющими яблоками. Безусловно, каждый год мы ждем шикарного урожая яблок, чтобы сделать сок, наварить варенье, насушить и сделать веселящий напиток к Новому году. Ссылки на то, как приготовить яблочный сок и яблочное вино, будут по традиции в конце ролика. У нас обычно либо урожай отсутствует, либо завалены яблоками все ветки. Когда большой урожай яблок, безусловно, следует ставить подпорки, особенно под молодые деревца. У меня молодых яблок нет, самой маленькой около 20 лет, самой старшей к 80. В таком возрасте яблони уже имеют серьезные ветви и стволы, и подпорки их не очень-то спасают. У нас на Медне случился сильнейший ветер, гроза, и как результат треснула одна из двух основных веток яблони. Не спешите пилить сломанную ветку. В случае подобного слома необходимо дождаться полного вызревания яблок, потом их собрать и только потом пилить треснувшую ветку. Весь ущерб, нанесенный яблони стихией, помноженный на огромный урожай, смотрите дальше под приятную музыкальную композицию. Новые видео каждую пятницу в 20:00. Обязательно подписывайтесь на канал, если по какой-то странной причине вы еще не подписаны. Всем пока и удачи!